Че этих маленьких снять? Это не первогодки, синички, не нынешние. Обычно желтые уже. Ну да, это справочники, посмотрите. Ну они, видишь, не желтые, да? Ну. Как вот самки у снегирей. Какие такие. Попозень. Была там синичка. О, вот это опять маленькая, да, это? Угу. Еще раз. Нет, тут две разных маленьких. Обе с черными шапочками, но как-то они друг от друга отличаются. Немножко. Рыбьи все что-то стесняются. Да они не такие прыткие, чтобы на такие кормушки так заскакивать. По земле больше умеют только. Ну вот там маленькая эта птичка, да? Мне вон себе клюет. Слушай, да, они точно разные. Какие-то спинки у них разные. Вообще какая-то одна пятнистая. Угу. Вот. Сюда прилетела. Схватила и вылетела. Ну, слушай, помните уже какие-то пошли? Я просто думаю, мы не все же виды знаем. Вам надо приходить. О, такая синенькая. Такое видео прикольное получится. Придем посмотрим. Воробьев увидишь. На большом экране. Слушай, это какие-то вот эти. Какие это воробьи-то? Дымовые, полевые с такими? Полевые, с коричневой шапкой. Чистокровные. Ну, даже не намешанные. Чё, попа из них не гоняют даже. Калибри, блин. О, попозни. Ну, попозни-то покрупнее этих.